Чё кого, друзья, с вами Корвит, мы находимся в Тайкун 2 и продолжаем дальше играть. Как я и говорил на прошлом выпуске, сегодня мы будем делать последний 10 класс персонажа. Я посидел, подумал, почитал все ваши комменты и понял, что класс нужно делать какой-нибудь, ну, типа из ряда вон. То есть, чтобы такого класса точно не было, близко даже не было в первом сезоне и не было, соответственно, во втором. Спойлерну об этом классе только то, что об этом классе мне писали. То есть когда-то в комментах этот класс всплывал. Я решил, что я обязательно его сделаю, но сделаю чуть-чуть попозже. И вот, в принципе, этот день настал. Сегодня мы будем его делать. Но перед этим мы с вами немножко посмотрим на города. Что тут у нас есть? Я хочу немного все-таки достроить еще некоторые города, чтобы увеличить, так скажем, версию нашей игры, да, и еще быстрее перейти к новым обновлениям, именно к тем обновлениям, которые нам подвезли в последних версиях, да, это обновления, связанные с путешествием на кораблях. Вот, эту тему обязательно мы с вами тоже будем смотреть и проверять. Вплоть до того, что я даже, возможно, буду открывать дорогу куда-нибудь вот сюда, то есть сразу вот так вот, чтобы был выход непосредственно к океану. То есть здесь у нас будет типа, локация 1, 2, 3, 4, и потом бац, пятая, например, вот эта локация. То есть надо возвращаться отсюда вот до самого конца. Либо как раз-таки пользоваться тем самым путешествием. То есть, например, откуда-нибудь отсюда, то есть вы получаете пятый левел, прыгаете на что-то, на там летающий корабль или типа того, и путешествуете в пятую локацию, например, вот сюда, на побережье. Кстати, да, смотри, вот это побережье, ну такое достаточно неплохое. То есть, если здесь сделать город вот так вот прям вдоль, чтобы он шел, мне кажется, это будет кайфовая идея. Напиши мне в комменты, тебе такая идея нравится или нет. Вот, значит, давай посмотрим. Я хотел что-то, я помню еще на прошлом выпуске, я что-то хотел добавить. Но, блин, к сожалению, прошло несколько дней после последнего выпуска, и я забыл что. Вот здесь, кстати, остался корабль, который я тебе делал. А, не, подожди, корабль, вот он. А вот этот, который я делал для превьюшки на прошлый ролик, корабль остался, он типа, ну, просто так здесь стоит. И здесь и еще один, который мы с вами просто так строили. А, и наши часы, блин, я про них тоже забыл. Я не помню, это были часы или компас? По-моему, часы это были, да, что-то типа того. Окей, так, давай, хорошо. Значит, я хотел немножко доделать город эльфов. Почему? Потому что здесь уже населения крайне много. А вот, а город, ну, как бы не особо был рассчитан на такое количество населения, потому что я его делал последний раз, когда вот он только появился, там, спустя какое-то время. Вот, поэтому, я думаю, что его надо немножко расширить куда-нибудь вот в эту сторону. А вот здесь тоже можно расширить дорогу. Сейчас мы сразу этим займемся с вами. Расширяем дорогу куда-нибудь вот сюда. Наверное, вот так лучше сделать. Давай сделаем, наверное, вот так лучше дорогу, пускай будет. По таким, по небольшим районам. Это все-таки эльфы, у них все должно быть красиво, все должно быть под линеечку, вот это все. Окей, так мы сделали с вами. Здесь я, наверное, сделаю дорогу менее красивую, то есть она будет... Подожди, а как ее изогнуто делать? Ее же, по-моему, как-то можно было делать изогнутой. А, ее можно было делать изогнутой, да, вот так. Вот, да, вот так вот. Вот так. По чуть-чуть, и вот таким образом ее можно, да, действительно сделать изогнутой. Вот такой получается у нас город. Теперь в его надо заставить застроить. Вот здесь, наверное, я сделаю еще один проход. Вот сюда, к мобам, пускай он будет. Ну, такой, типа, сквозной в центре. И вот здесь нам нужно тоже поставить с вами гостиницу. Всякие здания, вот это вот все обязательно тоже нужно здесь поставить, чтобы было. И обычный домик. Я хочу, чтобы у эльфов было очень много вот этих вот обычных домиков. И, к сожалению, до сих пор нам не завезли никакую раскраску этих домов. Вот я бы очень хотел, чтобы здание можно было разукрашивать. Но на самом деле, вот, если вы меня спросите, Корвит, вот что ты хочешь, чтобы в Тайкуне завезли? Да, вот, то есть, вот, все что угодно можно сделать. Я бы, знаете, что сделал? Чтобы из окон светил свет. Вот это было бы просто мега круто. Ну, для меня, как для человека творческого, дизайнера, художника, вот это все, для меня прям вот этот бы свет из окон получались бы такие сочные скриншоты. Потому что вот если, допустим, мы перейдем вот сюда, и вот здесь, прикиньте, если бы сейчас вот здесь, вот в этом доме светился бы какой-нибудь
здесь какое-нибудь зеленое свечение из вот этих окон. Ого, это было вообще офигенно. А вот, возвращаемся обратно в эльфийский город. Давай начнем достраиваться потихонечку. Значит, у нас постройки. Постройки переходим вот сюда. А, кстати, подожди, а у нас только элитная гостиница одна, да? Да. Но я в том плане, что маленькую нам не ввели. Маленькая вот есть одна, но она типа в стиле людей. Поэтому я не вижу смысла ее прям везде так... Ну, я в принципе могу ее построить, почему нет, да? Как бы это город эльфов, там же не только живут эльфы. То есть там и люди наверняка, и гномы тусуются, я уверен. Поэтому почему бы и нет. Но я все равно здесь поставлю элегантную гостиницу. Где-нибудь вот здесь мы ее поставим. Как ее там? На Z, по-моему, да, на Z ее можно крутить. А где у нее вход? Вот это вход, да? Вот так вот. То есть мы вот здесь где-нибудь вот так вот воткнем. И вокруг тоже воткнем всякие вот эти вот здания. Типа, где эта таверна? Вот элегантная таверна. Элегантную таверну мы воткнем когда-нибудь вот в эту, наверное, область. Где-нибудь вот здесь пускай стоит. С бочкой своей красивой. Так, далее у нас тут еще есть кузница. Элегантный кузнец. Его можно вот куда-нибудь... А где у него вход? Подожди. Вот это вход. Почему вход не подсвечивается? Вот это мне тоже немножко странно. Ну, покажите просто какую-нибудь стрелочку, что типа вход здесь. Заходить сюда. Почему нету этой стрелочки? Непонятно. Во всех стратегиях есть стрелочка, которая показывает, где вход в здание. Тут почему-то ее нету. Я не знаю, с чем это связано. Цивилизованный магазин зелий. Элегантный магазин зелий. Так, а у нас ближайший вот, кстати, достаточно близко. Давай здесь вот тогда не поставим, чтобы подальше было. Чтоб подальше. Я вот единственное еще, знаешь, что не помню. Делал ли я донатные магазины у эльфов? У людей это понятно, 100% есть. А вот у эльфов я вот не помню. Надо будет обязательно эту тему тоже... проверить. Военный магазин. Так, это, подожди, это у нас есть. Значит, кузница есть, магазин зелий есть, цивилизованный магазин. Вот, что нам еще осталось. Прибрежный цивилизованный магазин. Вот. Подожди, чего? Элегантный нам нужен. Вот, элегантный. Не цивилизованный. Мы же все-таки у эльфов. Как это может быть цивилизация? Ладно. Так, значит, здесь есть тоже рядом один. Давай где-нибудь, наверное, вот здесь мы его поставим. А где у него вход? Опять же, вот где вход? Здесь прилавки с двух сторон. Наверное, вот как-то так я думаю, можно поставить. Или, в принципе, без разницы. Ну, хорошо, пускай будет так. И, наверное, поставим еще такую тоже палаточку. Тоже пускай будет. Я думаю, ящики сзади точно у него находятся. Также, что мы еще будем делать с тобой? Мы будем делать обычные дома. The Simple House. Где-то вот это, по-моему, да? Модульные здания. Да, все правильно. Модульные здания, только... Я обычно как делаю? Я обычно размещаю где-нибудь в стороне. Хотя вот это выглядит достаточно интересно. Мы его просто так сюда воткнем. Где у него вход? Вон он. Вот так. Оп. Вот. Это тоже, кстати, неплохо так выглядит. Тоже можно вот сюда прям четенько поставить. Единственное, немножко мешает дерево. Вот так можно поставить. Вот такие мне здания не нравятся. Че, блин, за ерунда? Вот кто у нас может построить такие здания вообще? В современном культурном обществе. Что за... Не пойму даже. Да, даже не знаю, как их назвать. Тетрис какой-то. Реально Тетрис? Капец. Что это такое за здание? О, вот это я понимаю. Просто обычный квадратный домик. Так, куда-нибудь его сюда вот запихнем. Инч. Так, ну вот тоже опять какая-то хрень. Такие здания строить крайне неудобно, на самом деле, чтобы вы были в курсе. Вот. Убираем. Делаем вот так, вот так. Ну, здесь можно вот такой домик оставить, например. Этот можно оставить домик. Вот такой пускай будет угловатый. Вот такой маленький пускай будет домик. Вот такой оставим. Вот так сделаем. И здесь, например, пускай будет вот такой вообще малюсенький совсем. Значит, вход. Вход у нас. А вход есть, по-моему. Здесь есть вход. Здесь есть вход. Ну, в принципе, в таких домах вход не особо есть. Прям такая разница, где его делать. Поэтому. Так, как его там на М, по-моему, перетаскивать? Да, на М перетаскивать. Давай поставим их здесь где-нибудь, чтобы красиво так вот все было у нас тут.
А что-то он как-то странно так расположился. Как будто на холме. Дом на холме. Я помню, был фильм такой, по-моему, назывался «Призрак дома на холме». Он продавался на кассетах. Это еще было в моем далеком детстве. И было два фильма. Один, по-моему, назывался «Призрак дома на холме», а второй... что-то типа «Дух на холме» или что-то такое. Короче, очень похожи были два названия. И я помню, на то время были эти обмены. То есть ты мог принести видеокассету в специальный магазин и взять какую-нибудь другую. Ну, типа на прокат. Вот, и я помню, что я взял вот этот фильм «Призрак дома на холме», а там была кассета другого фильма, вот этого, типа, «Дух на холме» или что-то такое. Конечно, это был ужас. Так, вот сюда, мне кажется, еще тут тоже влезет домик. Да, вот так вот. Во. Не, хотя он тут как-то странно смотрится. Давай его переставим. Куда-нибудь вот сюда. О, вот так, отлично. Там в центре можно будет воткнуть какой-нибудь фонтан, например. Этот тоже домик переставим. Прикольный домик, у него входа нет. Так, подожди, давай мы тебе вход сделаем. Вот так. Так, еще три домика осталось, тоже мы сейчас переставим. Один пускай здесь стоит. Другой здесь. И вот этот длинный. Можно куда-нибудь вот сюда. У него, по-моему, вход там как раз-таки А, нет, у него... А, у него входа вообще нет. Ну, ладно, пускай тогда как-нибудь вот так мы его сюда поставим. Или можно где-нибудь сзади вообще, просто без входа. Это типа не дома такой, как, я не знаю, сарай или типа того. Ну, вот так пускай стоит. Все, теперь мы сейчас закидаем сюда деревья, чтобы все это красиво у нас выглядело. Деревья у нас обычные, то есть здесь не елки. Стоят елки, я отсюда хотел убрать. Все, я вспомнил. Мы сюда ставим обычные деревья, а елки надо будет посрубать. Уменьшаем масштаб до 0,2, да? Да, я думаю, что 0,2 неплохо. Все, и тыкаем их здесь. Ну, так, чтобы они не криво, конечно, стояли, да, можно 0,4 там сделать, допустим, одно какое-нибудь вот здесь большое такое дерево. 0,3 можно где-нибудь вот тут сделать. Все-таки это у нас типа эльфы, и деревьев должно быть много на самом деле. Поэтому то, что здесь будет прям очень много деревьев, я думаю, ничего страшного. Так можно, чтобы они там прям на дома как-то заходили, эти деревья. В принципе, так оно и должно быть. Как-то здесь, здесь. Давай здесь чуть побольше возьмем. О, вот так. Далее, что у нас? Ну, всякие грибочки, вот эту всю шляпу мы делать не будем. Давай что-нибудь здесь, какие-нибудь пенечки можно, например, взять. Пенечки, я думаю, тоже почему нет. Ну, единственное, только немного их делать, потому что все-таки это эльфы, они любят природу, и рубить деревья, наверное, им бы как бы не особо бы хотелось. Так, ну, вот такие. Это автосохранение, с ним надо явно что-то делать. Его завезли нам с новым обновлением, и оно какое-то, блин, корявое, потому что оно ставит на паузу игру. Так, давай еще вот такие тоже куда-нибудь сюда втыкаем. Так, так, так. Хорошо, что растения эти, они автоматически разворачиваются после каждого раза, когда ты их ставишь. То есть, тем самым тебе не надо их постоянно крутить вот таким вот образом. То есть, ты поставил, и следующее, скорее всего, будет, ну, как бы немножко по-другому отличаться. Так, хорошо. Теперь, в принципе, давай что-нибудь сделаем из декора. Я бы хотел сюда фонтан поставить. Это типа, знаешь, такое будет... как сказать, лесной типа фонтан. Не знаю, как сказать. В общем, мы его сейчас огородим.
Но единственное, что тут что-то как-то не особо... Нет, тут, наверное, фонтан не получится поставить, потому что тут ландшафт немножко кривоватый. Да, понятное дело, что я могу его сделать ровным, но, блин, это займет целую вечность. Поэтому давай мы тогда без него как-нибудь. Можно башню вот эту поставить. Ее, по-моему, здесь нигде нет. Насколько я помню, я ее, по-моему, нигде не ставил. А, или это маяк. Подожди. Это маяк, по-моему. Это не башня. Да блин, почему она кривая? Потому что кривая земля. Потому что я кривой. Так. Ну, хз, на самом деле. Маяк это или нет? Похоже, конечно, очень сильно на маяк. Ну да, скорее всего. Маяк как-то посреди города ставить маяк там, где вообще нету людей, как-то, ну, немножко странновато. А вот, например, вот такую вот бочку для воды поставить, почему бы и нет? Где-нибудь. Давай мы ее, наверное, побольше сделаем. Это же такой был. А, это все, я понял. Я понял. Это у нас пошла типа генерация. Давай вот здесь поставим, наверное, эту бочку. Только нам ее надо развернуть, чтобы она стояла более-менее ровно. Понятное дело, что так можно было сделать и с фонтаном, только он бы тогда очень сильно криво и топорно выглядел бы. Топоры. Топоры. Топор на топоры. Не, подожди. А как же там можно было... Там же как-то можно было разворачиваться. Вот, вращать. Вот, энч. И вот так вот, энч. Все. Ну да, конечно, она большеватая, по-моему, но... Подожди, я могу ее прям здесь уменьшить. Давай ее чуть тогда сделаем поменьше. Преобразовать, вращать, вот. И немножко пододвинем ее, поставим. А, я смотри, таким образом могу ее делать через текстуры, чтобы она проходила. Подожди, ну давай, ладно, тогда попробуем. Раз уж я уже решил, что здесь будет стоять фонтан. Может быть, я его все-таки сюда как-нибудь смогу запифигачить. Давай, сделаем фонтанчинский. И развернем его. Передвигать. Не, подожди. Подожди. Точно перемещение. Вот так вот мы его... куда? В смысле? Что происходит с фонтаном? Фонтан, блин. Он куда-то просто пропал. А, он типа, я понял. Он просто развернулся. Тут его надо как-то, значит, немножко по-другому вертеть. Во. Вот так. Оп. Такой. Просто из-под земли такой фонтан. Ну, вот видишь, он типа стоит криво и, ну, неприкольно это смотрится. Я могу его поставить чуть ближе. А может быть, я могу как-то землю эту сделать ровнее? Вот это тоже вопрос интересный. Там же можно было где-то как-то делать, по-моему, местность. Я вот не помню, можно где-то землю равнять? Поле. Нет, это не то. Декорации, постройки, пути, система, отчеты. По-моему, можно было вот здесь делать. Разве нет? Содержание, ландшафт, свет, небо. Блин, напишите мне, ребят, если кто помнит. Можно ли менять ландшафт? Постройки, но здесь я не могу это найти. Может быть, это было когда-то раньше, сейчас уже нет. Поле. Ну, это типа поле будет. А, деревья исчезли! Ctrl-Z. Не помогает, блин. Она стала... Нет, она не стала ровнее. Я думал, что она стала ровнее. Ни хрена она не стала ровнее. Я просто удалил деревья, потому что здесь типа поле теперь у нас находится. Причем я не только удалил деревья, блин. Я еще удалил и все растения, которые тут были. Ладно, давай сейчас по-быстрому мы это все дело вернем. Так... Прям растет вот так. О, слушай, прикольно. Так, сделаем так. Так, далее, деревья. Где у нас деревья? Ох, здоровенный, подожди. 0,2 было, да? 0,2. Тенц. Тенц. Хм.
Ну, ты можешь как-то, я не знаю, ровнее быть дерево. Что-то такое деревянное. Там почему-то, смотри, тут почему-то не сканируется территория. Это очень странно. Так, ну, окей. Ладно, оставим пока так. Потом тогда будем заниматься уже непосредственно этими... колодцами, не колодцами, что там будет, фонтан, не фонтан, непонятно. Давай-ка мы, наверное, сделаем уже 10-й класс персонажа. Я уже тут немножко кликал, смотрел, что там у нас, какие есть голы, какая есть одежда, хотя бы примерно понять, что будет за класс. А вот, и класс у нас будет, понятно, не вот этот. У нас класс будет 10-й, вот, сейчас, а где он был? Вот этот. Вот, это у нас будет 10 класс, это будет чумной доктор. Я помню, что еще в первом сезоне я хотел его сделать, но что-то как-то не срослось. Вот, и вот в этом сезоне у нас, да, будет 10 класс чумной доктор, который будет наводить вообще полный хаос. Я думаю, будет прикольно. Не знаю, понравится вам, ребят, но мне идея понравилась. Так, ну, он будет не особо маленький. По туловищу, вот единственное по туловищу, я смотрел, и там туловище, которое бы я хотел идеально поставить чумному доктору, это туловище, которое сейчас носит вампир. Вот, там есть колбочки, вот они. Вот, но с другой стороны, там, по-моему, было еще какое-то тело, которое тоже... А, или, по-моему, вот это. По-моему, нет, не вот это, подожди, какое-то похожее, или вот это... Ну, то есть, это должен быть как будто какой-то, знаешь, такой плащ, типа. Я смотрел, там что-то было такое тоже прикольное. Нет, это у нас, по-моему, тело ассасина. Это все не то. Вот это, по-моему, нет. Или да, да, по-моему, вот это. Да, вот это, по-моему. Тут же есть этот еще у нас. Жрец, у него, да, у него с такими вот штуками, это типа кунка из Доты 2. А у этого я хотел, по-моему, вот такую вот оставить куртку. Ну, типа, она неплохо подходит. Это все-таки чумной доктор. Он, типа, ну, весь просто в кожу одет. Без всяких украшений. У него какая-нибудь сумочка висит. И маска, типа, и все. Вот. Поэтому я думаю, что вот такой сет будет достаточно неплох. Либо вот такой, либо где тут был еще один? Который я включал, самый первый был. Вот этот, по-моему, или как... А, вот этот. Ну, это как будто какая-то как юбка, не знаю. Ну, как-то платье, короче, какое-то. Поэтому это, скорее всего, нет. Вот этот, наверное, оставим сет. Значит, хвост. Понятное дело, что хвоста не будет. А руки? Руки, ну, в идеале бы, чтобы они как будто какой-то плащ был. Не знаю. Ну, чтобы были полностью закрыты или как-то... Вот это, кстати, наверное, неплохо будет. Такие руки, мне кажется, будут вполне себе неплохо смотреться. Ну, явно без всяких там лат и вот этого всего. То есть латы нам не нужны. Чумного доктора. Вот это тоже, кстати, вот это, наверное, оставим. Ну-ка, если мы ее немножко вытащим. Чуть в сторону, да? А хотя тут латы у него. Ну, мне на самом деле нравится, как смотрится. Неплохо. Неплохо. А ну-ка, есть ли такая вторая рука у нас? Потому что я тут начинаю... Ага, есть такая вторая рука. Задаваться вопросом, что как будто некоторые руки не имеют... А, смотри, это уже без этой штуки, да? Ну, типа просто такие разные. Ну, вот так. Мне кажется, неплохо. Так, а, ну, единственное, они как-то, по-моему, неровно немного расположены. Хотя нет, минус 2, 0, 2... Ну, тут есть какой-то диапазон еще между этим 0,2. Ну, вот, например, как-то так, если мы оставим. Хорошо. Давай теперь делаем что-нибудь с ногами. У меня почему-то ассоциируется чумной доктор, знаете, с какими-нибудь гриндерсами. Типа, такие здоровенные ботинки. Но тут такого, к сожалению, нет. Есть такие маленькие ботинки. Вот, я бы хотел какие-нибудь все-таки побольше. Ну, это уже все-таки какие-то латы у нас идут. Вот это, типа, такой сапожек. Сапожек, неплохо. Это уже какой-то странный. О, вот это тоже достаточно неплохо. Это маленький будет, по-моему. О, вот это тоже неплохо. Как будто такая штанина, да? А ну-ка.
Во, слушай, вот это, мне кажется, будет супер. Только единственное, туловище надо сделать больше, потому что... Потому что туловище надо, чтобы было вот примерно, наверное, 1,4. Вот я думаю, что как-то так пускай будет у нас. А туловище, ноги надо поменьше сделать. Немножко поменьше. Потому что они слишком как-то... Так, подожди. Как-то они слишком торчат. То есть мне надо, чтобы они были как бы снизу. Как бы снизу. Вверх-вниз, да, вот. Вот, то есть как-то... Вот как-то так. И получается вторую ногу. Во, вот так супер, мне кажется, будет вообще. Но единственное, что надо теперь, наверное, тело как-то выше сделать. Потому что он ходит... Немного неправильно. Во, вот так вот. Во, слушай, супер. Мне нравится. Давай мы, наверное, что-нибудь с головой еще сделаем, потому что она какое чувство, как будто немного как-то выпирает вперед. Или может как-то ее вверх сделать. Вверх немного. Во, да, во, вот так вот. Во, вот так отлично. Но единственное, бы ее чуть меньше сделать, но у нас, в принципе, такая стилистика игры. Мне, кстати, об этом писали в комменты, что некоторым людям это не нравится. Сейчас, секунду. Ой, кофеечек вкусный. Что некоторым людям это не понравилось, то, что у меня игра, типа, такая с стилистикой чиби, аниме, вот этого всего. Вот, но как бы как есть, как есть. Вот, поэтому, наверное, голову мы оставим все-таки такую. Она в целом нормальная, она просто выглядит большой из-за вот этой здоровенной маски. Вот, если бы не маска, все было бы вообще окей. А, давай мы его сейчас красиво разукрасим. Значит, голова, ну, типа, цвет кожи у него будет. Какой-нибудь такой, знаешь, надо бледноватый сделать. Какой-нибудь бледновато-синий, во. Это какой-то прям слишком зомби-цвет. Ну, какой-то слишком зомби-цвет, не знаю. Я бы все-таки какой-нибудь бледновато-бы что-то такое... Такого нет, наверное, цвета. Ну, ладно, допустим, хорошо. Пускай будет, где у нас там был бледноватый. Зеленый, это... О, слушай, вот это, наверное. Вот такой, наверное, цвет пускай будет кожи. Никто не видел его лица. Значит, цвет очков, да? Нет, это цвет линз. Я не знаю, зеленый или фиолетовый сделать. Ну, пускай, наверное, зеленые пока будут. Потом, если что, тогда переделаем на фиолетовый. Вот такой пускай будет. Такой лимонно-зеленый какой-то. Лайм. Цвет лайма. Значит, волосы у нас будут фиолетовые. Или что-то как-то, по-моему, фиолетовые вообще... А, тут может быть в очках дело. Подожди, ладно, давай пока оставим. Волосы, маска. А, ну маска белая, понятное дело. Маска... Да, маска должна быть... Ну, не то, что прям белая. Хотя, ну, наверное, вот такая. Вот такую, наверное, ставим маску. Так, далее, что у нас? Это у нас пузо. А, ну, какого цвета пузо будет? Ну, типа кофта, да, у него. Я думаю, что какая-нибудь темно-зеленая пускай будет. Вот такого цвета. Опять же, пока просто примерно мы все это делаем. Вот, вот здесь уже... Ой, смотри, слушай, цвет прям офигенный. Вот это прям четенький цвет. Да, вот такой даже оставим прям сразу с лету. Это у нас вот как раз таки, да, маска очки. Вот их, наверное, мы сделаем тоже темными. В смысле, подожди. Их мы тоже сделаем темными. Вот такими, наверное. Вот. И последнее, это у нас повязка на ладони. Точнее, на плече. На плечах даже, на двух. Ее можно сделать какой-нибудь темно-красный, наверное, вот такой вот. Вот. Ну, слушай, по-моему, такой достаточно неплохой у нас получился чумной доктор. Так, можно ли его остановить? Вот это меня постоянно прям выбешивает, то, что он ходит. Бег, анимация ожидания, вот. Во, видишь, если бы я его не остановил, я бы не заметил, что у него одна нога, короче, другой. Так.
А, подожди, а чё она какая-то? Она была не короче другой? Она, возможно, как-то была ниже или выше другой ноги? Или, может, не знаю, дальше как-то? Как будто вот так она должна быть, да? Но только должна быть чуть больше. Как будто вот как-то так это все должно быть. А, туловище надо немножко еще выше чуть-чуть поднять. Вот так. Все, отлично. Вот такой вот, ребята, у нас получается чумной доктор. Я думаю, что мы, наверное, его таким и оставим. А, подожди. Голова, эти волосы, волосы. Волосы. Я вообще хотел сделать их фиолетовыми, но он тогда получится, как будто это не чумной доктор, а какой-то панк. Панка я делать не хочу. Я хочу, чтобы это все-таки был как чумной доктор именно. Вот. Можно такие сделать в цвет. Ну, в цвет я тоже не особо как-то хочется. Можно сделать серый. Ой, слушай, а так тоже мне кажется, прикольно смотрится. Вот типа какого-то вот такого цвета. Либо черного. Ой, черного тоже кайф. Давай, наверное, черного оставим. Вот такого цвета. Во. Вот так вот, мне кажется, вообще топчик. Мне кажется, топчик будет. Все, применить. По способностям, значит, смотрим. Давай сделаем ему несколько способностей. Первый будет у нас, ну, пускай, наверное, страйк так и называется. То есть это просто обычный удар. Давай, наверное, знаешь, что я сделаю? Я, наверное, пока оставлю персонажа вот как он есть. Во-первых, потому что уже долго слишком идет этот выпуск, надо его заканчивать. И, во-вторых, у меня есть к тебе вопрос. Напиши, кем будет этот персонаж? Он будет дальнего боя или ближнего боя? Вот этот вопрос меня немножко диссонирует, потому что я не пойму, что ему делать, атаки ближнего или дальнего боя. Понятное дело, что скорее всего у него будет атака типа там бросок колбы какой-нибудь с ядом, да, или типа того. Но в целом он будет либо ближником, либо дальником. И уже на следующем ролике мы тогда доделаем ему способности. Я думаю, что мы обновим игру, посмотрим, что у нас будет в обновлениях. И займемся, наверное, следующей локацией. Это будет локация с орками. Ну, а может быть, уже даже локация 5-го левела. Я не знаю. С вами был Корвит. Не забывайте, друзья, про лайки, подписки и досмотры видео до самого конца. Всем удачи и пока.